Всем йоу, друзья, с вами Кузака, и как насчет нового бодрого эпичного станта в GTA 5? А также давайте наберем 1000 лайков, сегодня у нас будет супер-мега сложный стант, и наконец-таки мы спустились на землю, но все-таки мы не в городе, но все равно сегодня будет очень прикольный тяжелый стант. Итак, в чем же он заключается? Мы едем, берем вот эти вот бустеры, берем вот эту кучу бустеров и должны оттолкнуться от этой бочки тупой. Она не взорвалась хотя бы. И должны приземлиться вот тот на тот вот кран. Что? Я выжил! Все же давайте продолжать ехать, выполнять этот стант, сумасшедший стант. Давай. Ах, да, хотел напомнить, мы вот так взлетаем, и мы должны приземлиться эркрабом, либо просто на мотоцикле. Да-да-да-да-да, ну. Чубо. Да, тяжело контролировать, когда столько бустеров. Эпичная попыточка такая, здесь такая музычка прикольная. Бу-бу-бу-бу-бу. Ничего, мы едем. Берем дубки и гладим. Ни хрена не получается, но пофиг. Так, отлично, мы едем, продолжаем ехать. Хорошо, отталкиваемся и гладим. Гладим. Да, гладили. Так, мы едем. Не стоит унывать. Та-та-та-та. Хотя стоит. Ага. Я не сдамся. Это всего лишь иллюзия, то, что я не могу выполнить это все. Это всего лишь обман, то, что я не могу долететь. А на самом деле я уже выполнил его. Так говорил только я. Вы видели, как он оттуда выскочил? Итак, 10-я, блиновая, комовая попытка прошла комом. Что я опять несу? Ту-ту-ту. Эпичный глайд. Ни хрена не эпичный, потому что мы даже не долетим до острова. Святого Кузаки. Почти. Так, миллионная попытка прошла успешно. Ни хрена не успешно, я не могу просто взять... Я знаю, почему не могу я взять. Это на что-то на другое намекает. Ну ладно. Такой, выезжаю сюда. Па-па-па-пам-пам-пам. Эпик. Выезжаем на большой скорости. Прям все бустеры. Чимся словно. Никто. Ну серьезно, пацаны. Во. Хорошо поднялись. Не опускай свою самооценку, мотоцикл. Зачем ты опускаешь свою самооценку? Вот дебил. Еще в море упал. Вот не люблю такие станты. Буду летать лучше на Челяде. Давай. Тупс. Да. Я почти выполнил. Там надо еще правильно ехать. А то вот так вот будет. I believe I can touch the sky. I believe I can touch the sky. I feel that the sound echo. А я не знаю, как там поется-то. Тупо слышно, давай. Лети же. Лети, мой кораблик. Да. Итак, где мы находимся? Мы находимся опять на этой платформе, которая нам ничего не дает. Как меня задолбало падать в эту траву, ломая себе ноги. И все же он выполнил стант. Да! 32 минуты этого станта, такой залет, просто такой залет, я просто не ожидал, без эркраба, да это ж еще нереальный, просто, ребят, 1000 лайков, он чуть не подавился сейчас, такой сложный стант, ну серьезно, ребята, давайте наберем 1000 лайков, и я пойду сразу же снимать новую часть серии по трюкам в GTA 5. А у меня на этом точно все. С вами был Кузака. Как всегда, Кузака. Подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем хорошие положительные комментарии. Ну и все, ребята, всем удачи и всем пока!
straight from the city of the great, and you know about the money.